have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Продолжаем поход по этому странному цифровому лесу. Находим деньги. 28, кстати. До магазина сейчас трындец как далеко. Типа я за 2 монеты покупаю себе... В начале вашего хода карта с этим символом трансформируется в режим зверя или наоборот. Я возьму, потому что он стоит недорого и потому что обещает что-то неплохое. Так, а что тут? Я, конечно, не лавочница, но без торгов тут не обойтись. Тебе придется обменять одну из своих карт на одну из моих. А я выбираю или нет? Я бы, наверное, взял бы... Давайте Гриза возьму. Что ты мне дашь взамен? Я даже не знаю. Мне нужно что-то... Я бы, наверное, рокировку тебе отдал бы, потому что он стоит столько же, по-моему, толку от него немножко меньше. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может, я просто не шарю в том, как играть. Выбери одну из своих карт. Нужно что-то лоу-левеловое, чтобы я смог бы... Давай я энергобота превращу во что-то, чтобы он... Что-то у нас... Так, ворон, змея. Давайте мы его, мы энергобота тоже в змею. Хотя ворон наносит 2 урона. Давайте ворона. Мне кажется, это было бы прикольно. Ты ставишь его на пустую ячейку и потом начинаешь фигачить. Как бы мне карту целиком посмотреть? Ну ладно. Там еще один файт, пойдемте. Дерево, резервуар, амибот. Амибот, кстати, стал очень полезным. Я его на следующий ход и поставлю. Тыщ. Минус. Да, кстати, карту. Блин, собака, больно. У меня есть много бронеботов. Давай, ну, блин, я зря бронебот, кстати, сюда поставил. Вот. На снайпером... Ну и хватит, кстати, на снайпер-бота. Его потом убьют. Это печально. Карта, шахтер, иголка. Блин, вот под этот гризли надо что-то поставить. Например, вот это. Первый урон игнорируется. Ну тогда мы выигрываем. Мне даже
не надо в медведь стрелять, мне проще выстрелить и получить лишнее золотишечком. Контрольная точка. Вот которых ты миновал, больше не заработают. Ну, типа, не будут работать они, в смысле, что они заработают деньги. Хорошо. Это как Dark Souls. Жутковато. Этот убербот сидит тут в кромешной темноте. Ну что, тут поджидается искателей? Или может он ждет, когда появятся его снимки? Ну, мы файтимся с ним, да? Хорошо. Следующий босс довольно-таки крутой. Тебе придется заработать особую стратегию. Разработать абсолютно другая механика. Итак, где там были эти файлы? Распаковываю файлы photograph.zip. Объектив мой инструмент. И ты тоже мой инструмент. Ты будешь наводить, а я буду снимать. С тебя... Блин, это снимать... Почему мои карты красные? Етишь ты, пассатиж, ты мой друг. Наведи его. Ты можешь сделать снимок. А может и не сделать, решать тебе. Не хочу, спасибо. У меня был Sony, серьезно, все это время? Так, ты автотурель, да? Медицина существует настоящим ячейки напротив и убивает с первого раза. Когда карта с этим на ночь... Ну, естественно. Ну, естественно! Стоит сделать с ним в таком случае, что оказаться полезным. Я не хочу! Это подстава будет, а не фотография. Так. Мне нужно было пустую взять, ить твою. Ты... В смысле? Как ты мне один... Не-н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 е
выстрелить на 0 урона. Переигрываем это. Ну так, карта здесь, я же деньги-то не потерял. Это чертово читерство, так делать нельзя. Раз мы все равно проигрываем, давай сделаем фотку. Запомни эту фотографию. Позволь тебе использовать эту фотку. Для чего? Узнаешь сама. В какой момент узнаешь сама? Да я хочу взять ячейку, блин. Поехали. Но это надо было сделать потом, когда они приземлятся. То есть, ну, это проигранная партия. У меня то, что я сейчас загружусь. Да, мне вернут. Хорошо, все, давай. Это такая тупость, то, что сейчас происходит. Да, хорошо. Амеба-бот, снайпер-бот, это прикольно. На тебе фотку. У меня есть он снайпер-бот, у меня есть... Амебу-бот сейчас ставить нельзя. Все.
Я получаю 4 урона, да. Не хочу. Иди нафиг. Нафиг, говорю, иди, блин, ты после каждого хода меня будешь доставать. Так, там всякая хрень. Да, возьми карту. Да. Во-первых, снайпер-боты сюда. Во-вторых, небо-боты сюда. Да-да-да, хорошо. Отстанет. Отстанет, не говорю. Оно не должно так. Оно не должно было мне ответкой прилететь. Я же на другой клетке стою. Вы что, отстанет, мне говорят. Три-три. Так, берем карту. Ставим иголку и ставим. А, сможем ничего не ставим. Ты меня ранила. Ты меня ранила. Перестраиваю матрицу индивидуальности. Отстанет меня. И как, типа, возьми, что оно делает, как оно делает, узнаешь потом когда-нибудь. Так, у него там два гриза. Ставим сюда. Будем гризов блочить по полной. Так, 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 карту. Последнее, что у нас есть. Давай энергоботы сюда. Нет, не хочу. Я вот этим ходом сейчас выигрываю. Тридцать пять. Супер. Sense Capture. Хорошо, 40, да, я рад. Помнишь, что за запасную колоду? Тебе ту бесполезную кучку пустых резервуаров. Теперь она будет не такой бесполезной. Твой выбор отпечатается на всех пустых резервуарах. Давайте каждый раз, когда по ним бью, чтобы получали один урона. Да, хочу. Интересно. Не верю, что это был правильный выбор, но теперь у них есть всех символ колючие иголки. Согласен, теперь не такая бесполезная эта колода. Карта памяти заполнена. Что, блин? Че? Нет, ну можно. Кто это придумал?
кто пришел с этой гениальной мыслью и сказал, что давайте вставим новая карта памяти. Ошибка. Это все большая ошибка. Да. Там же мне сказали, типа, победи босса и приходи, так? А, не-не-не, стой. Мне в магазин надо с такими деньгами. У меня 40 монет. Наделяй твоих ботов на столе нано-броней. Недурно. 22 робобакса. 16. Ну, мне 14, ладно. Я пока подожду. Пойдемте в эту сторону, сходим. Вроде как нас теперь должны пустить. Мост достроен. Счастливого пути. Да. Поехали. Там у нас еще один файт. Будильник. Ну, будильник теперь отхватит ответку, когда ему прилетит. В смысле мяу, да. Так, там будет этот бумбокс, бумбот. Пулеметчик. Так, давай карту. А, он его убьет, блин. Я что-то не подумал, не посмотрел, что у него тоже урон есть. Твою за ногу. Неудачно. Ладно. Ну, он, по крайней мере, танканул все дела, да. Первый урон по нему. Интересно, а то, что оно взорвется, оно его убьет или нет? Прикиньте, он танканул этот первый урон. Красавчик просто. Так, дружище, ты у нас... Так, берем карту. Энергобот, который превращается в какую-то хрень. Ты у нас идешь сюда, убиваешь вот этого суперпулеметчика. И превращаешься в летучую тварь. Хорошо. Гриз. На гриз нам пока не хватит, но энергобота мы поставим сейчас вот сюда. 4. А все, мне пока ни на что не хватит. Хорошо. Да, карту точно. Мне надо двойного пулеметчика. Тогда я вот эту штуку долбану сейчас. Хорошо. Обмен. Уничтожишь одну из своих карт. Не глупи, это еще лучше, чем получить. Это еще лучше, чем получить новую. Так такого станет более сбалансированным. Я еще подарю тебе робакс. Робакс, как бы. Так, кого бы я хотел снести? У меня есть. Да блин. Я бы будильника долбанул. Я им редко пользуюсь, он мне не очень нравится. Машкадрон. Опять будильника дают. Я возьму Машкадрон, потому что относительно дешево. Энергоботы эффективны пока. Оно же не дает тебе дополнительно. Когда ты набираешь 6, оно тебе дает максимум 6. И все. Давай я возьму Машкадрон. Как бы это страшно не звучало. Пойдем тут подеремся. Там, кстати, тоже один мушкадрон и один автомоток. Моток, только авто.
Ну да, поставлю, он его ударит и получит урон, в ответ улетит. На, держи, дружище. Я возьму еще одну карту, чтобы получал урон. Ай, блин. Да ну иди ж, пассатижи, вы чё? Так, амибют. И шахтер. Теперь я могу еще и... Так, взять карту могу, во-первых. Во-вторых, я могу тебя убить. Да это стрелять напрямую, это я помню, да. Гриб. Опять летучая гадость будет. Я могу снайпер-бота взять, кстати, да. Он убивает даже летучих. С этим у нас все в порядке. Летучие бьют поверх. Сюда можно поставить вот этого чувака. Он взорвет и этого взорвет. Ай! Мой шнайпер-бот. Карту. Довольно? Что? Не-не-не-не-не, давай, поехали. Следующим этим нужно получить как можно больше урона по нему. Шесть монет. Ну, это ж не шутки. В смысле, сдаюсь. Ну, вот так вот. Шесть монет. Красота. Контрольная точка. Красота. Так, я могу пойти вверх, могу пойти сюда. Давай сюда. Что тебе нужно? Я всего лишь инспектор. Но мне особо нечего тут инспектировать. Хочешь пройти через эти ворота? Попробуй-ка проинспектировать спутниковую тарелку у основания башни чародея. Пойдем проинспектируем. Так, ой-ой. Да, точно, я забыл одну деталь. У тебя есть ноги, так вот, встань и найди ее. Она лежит в плавильне, где-то над котлом. Я не пущу тебя дальше, пока на карте не... пока не принесешь мне эту деталь. А тут мопсы лежат в плавильне где-то. Фотографии. Я не могу туда повернуть так. Выберите подходящие эмоции под описание. Вы получили энергобота. У вас полный заряд. Да. Вас собирается убить Машкадрон. Выберете попрыгунчика. Ну да. Короче, это на рандоме все. Вы успешно запустили великую запредельность. Здравствуй. Боль терпима. Давление этих труб меня успокаивает. А еще осознание того, что хозяин совсем близко. Мы опять с тобой увиделись, да, дружище? А выберите правильный ответ. 2 плюс 7 плюс 3, ну, по идее... 11, это в смысле 12 же?
Тут же не умножение, ничего. Хорошо. Четыре плюс четыре. Восемь минус четыре. Четыре. Хорошо. Два плюс три. Плюс шесть. Десять. Так, 12, да, 4, да, 2, плюс 3, 5, 11, чуть я, не то посчитал, туплю, бывает такое. Какой символ на экране? Вот этот. Вот этот. И вот этот. Что-то ожидание связи. Мы не дождемся этой связи, да? Ладно, придется принести ему вот эту штукенцию. Я, кстати, так и не посмотрел от часов, так что... Так, отлично. Давай-ка подсоединим этот модуль. Я не хочу моксов! Эти лампочки загораются, когда на твоей доске появляются эти резервуары с самоцветами. Твои пустые резервуары теперь наполнены самоцветами, зацени. А я не хочу... Я не хотел играть за магическую колоду. Ты можешь поменять цвет камней в запасной колоде. Попробуй нажми на карту. Ну, как бы... Да, но нет, я не хочу. Выбери карту, я добавлю на нее самоцветы. Будут увеличивать ее очки атаки. Если не самоцветы, будут уменьшать ее цену. Сейчас увидишь. Выбери меня. Нет, чувак, обойдешься. Ладно. Видишь символы по углам? Они загораются, когда у тебя есть соответствующие самоцветы. То есть желтый... А, зеленый и оранжевый. Сейчас все увидишь. Но я не хочу. Мне без этого было хорошо. Ну, игра... Не надо. Вы сделай свой выбор. Выбери карту. Давай еще пулеметчика ставим. Уже рандомным образом его, типа, или что? Самоцветы добавлены. Ну хорошо, давай. Попробуем подраться с помощью этой гадости. Амебобот у нас будет. А у меня с самого начала будет что-то уже на столе. Резервуар с изумрудами. Хорошо. Снайпербот я не могу поставить. А ты у нас... Какая-то бабайка прям страшная. Опять начала играть вот эта сраная магическая музыка, чтоб ее перевернула. Я ее ненавидел еще в том уровне, а тут... А фиг ли он у тебя с хпшкой-то, дружище?
Так, этот сам убьется, этого убьют. Один мушкадрон, иголка. Точно карта. Надо найти и другие рыбки-переписчики. Глубоко-глубоко. Я уже понял, скорее всего, если открою часы, оттуда выползет леший, ну и всякое такое. Это мы, скорее всего, со следующей серии начнем делать. Ну, мне что-то так кажется. Потому что в эту серию мы уже не влазим, поэтому к тому же нужно найти от часов. Ну, блин, я каждый раз по одной карте себе портить вот так вот буду. Ну, типа, я сам туда нажал, понимаю, да, но все же. Давайте мы Гриза туда оформим. Гриз с самоцветами, да, я понял. Поскорее надо пройти эту зону. Оранжевый мокс. Пока картинный символ на носке, у его владельца есть оранжевый самоцвет. Блин, ну началась вся эта магическая хрень, блин, чтоб его, пойдем. О нет, ты как раз не вовремя. Этот генератор вот-вот взорвется, или типа того. Ты должна перезарядить его, пока не поздно. Эта гонка со временем, сейчас сама все увидишь. За 5 ходов. Появилась цифра 0. Ты проиграла. То есть я за 5 ходов сейчас. Ну, типа офигенно, я понимаю, да. Время на исходе, посмотри на эту морду. А что я тебе сделаю? Ну, то есть, реально, что я тебе сделаю? Вот прям... Нас, ну вот, нет свободных ячеек, и что? Посмотри на это довольное лицо. Один ход остался, но я не успею заполнить. Ну, блин, я половину заполнил, да, но это же нереально. Да-да-да, ты подорвал мое доверие, бла-бла-бла, буквально. Просто такая штука взрывается. Вот ровно это и случилось. Сейчас схожу за своими деньгами. Я не помню, куда я ходил за своими... Так, мне еще раз файтиться придется, да, вот это все. Резервуар. На. Да.
Чувак взял, подставился. Давай сюда. Давай сюда. Блин, его сразу перевернуло, да? Я его смогу убить следующим ходом. Дыщ. До свидания. Вот и мои деньги. Но все. На этом я буду заканчивать. Потому что, ну, там нереально сделать то, что они предлагают. Не, ладно, давайте еще раз сходим. Но они дают тебе... Шкапот, амебопот. Четыре, три. Поспеши! Да, короче. Я при всем желании не успею, у меня нету столько... Два. Смотри, сейчас будет это... Девять. Мне одного хода не хватает, смотри. Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пофиг вообще на деньги, но это дичайший же рандом. Он тебе заранее раскидывает три карты, забивает тебе три слота из пяти. Это если тебе выпадет прямо изначально снайпер-бот и гризли, тогда ты выиграешь. Если нет, ну все, тебе просто не хватит урона. Ну, поздравляю, потому что трындец какой-то. Да, будем на этом заканчивать. За деньгами я все равно успею сходить. Там всего лишь один файт, и он относительно несложный. Даже если потеряю эти деньги, к черту их. Стойте, у меня есть супер идея. Пойдем. Я уже который раз говорю, что мы будем заканчивать и все, но мне... Пока появилась идея, я хочу ее успеть... Я не туда пошел, блин. Пока появилась идея, я хочу ее успеть воплотить, поэтому... К черту. Давай потеремся с этим. Эта серия, возможно, будет чуть дольше, чем остальные. Это... Да-да-да-да-да. Машкадрон, все дела, все хорошо. Тут у нас резервуар. Резерватив и все дела. Да, этот убивается друг другом. Все нормально. Мы получаем бронебота. Амебу сюда. Так. Бронебот сюда первый, он правофлит.
Нормально, 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 нормально. Пулеметчик. Рыба. На тебе мышка дрона. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, мы выиграли плюс 3 монетки, хорошо. Я абсолютнейше забыл про существование у нас вот этих бонусов, к сожалению. Мне только сейчас они вспомнились. По крайней мере, мы еще дополнительные деньги зарабатываем. Идем к этому чертовому реактору. Пополнишь шкалу энергии до текущего максимума. Неплохая штука. Можно ее использовать, пожалуйста? Почему не... А, я понял, как она работает, все. Оранжевый мокс у меня только один. Снижает цену. Мне его надо ставить. Как минимум, чтобы он начал наносить урон. Не, ну это уже бесполезно. 6 урона я ему сейчас, конечно, нанесу. И на этом все. Да, не-не-не-не-не-не. Идея была немножечко с бомбами, бла-бла-бла, но... Это максимально тупая вещь, вот это вот... Только должно сойтись, чтобы ты все правильно сделал. Это такой дичайший рандом. Ладно, ребят, все. Теперь точно заканчиваем. Это третий раз, говорится, да, The Charm. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.